снимай, да? Снимает вашу сторону, да. О, отлично. Он там в листике, видно? Но он снимает. Садятся уже. Да, ну так у них скорость 4 метра в секунду. Мы вот в данный момент времени еще и набираем. Мы еще и набираем? Вы слышите? Ага. Покрутимся немножко? Ну, не знаю. Если будет, то вам подскажете, хорошо? Хорошо. Струечки. Как самочувствие? Нормально. В ролике, да? Это вам показывает, что скорость снижения больше 5 метров в секунду. Для маршрутного полета на параплане это многовато, ну то есть значит тут в нисходящем потоке, а не в восходящем. Поток есть восходящий, в котором мы с вами только что набирали, а есть наоборот. Нисходящий, рядом с ним стоит поток, в котором воздух движется вниз. Ну-ну-ну-ну-ну. То есть это сигнализатор того, что из этой зоны надо уходить. Ну так как мы с вами сейчас крутимся, высоту теряем. У нас это, в общем-то, все равно. Все, самолетик сел. Ну да, он вышка запросила, чтобы мы не мешались. Типа, где находитесь? А сейчас у меня самолет садится. Я вот смотрю Гаеву. Вон, я вон вижу. Компресс. Вон, да. Левее Гаева, правее. Так вот, самые два высоких мозга этих домика сейчас это вот я строю. Да, понятно. Комплекс железнодорожный, да. Мост Красавинский. Коммунального не видно. Вот коммунальный вот закрыт, ага, я знаю. Пролетарка, да. Железнодорожный, Закамск. Ага. Вот две трубы полосатые, это ТЭЦ, который ТЭЦ, я в Крыму, да. ТЭЦ 9. Первая излученная, и вторая, вот там, ага. Краснокамск. Вон Добрянку видно, вот две трубы в горизонт упираются прямо вот в небо. Ага. А слева. Там что у нас? Кунгур? Ну там монастырь Белогорский. А, Белогорский, но. Падает. Ну вот, купол. Повышение рельефа и там вперед, да. Ну давайте покачаемся еще. Давайте. Будет некомфортно, скажете. Хорошо. Правый. Где там у нас? Чего? Где там, говорю, у нас родня внизу? Опять восходящий, ты что будешь делать? Такая погода, когда сесть не можешь, блядь. Давайте, сбивайте меня палкой. Против ворона, а не кто-то. В этом плане, что это самое, которое с двигателем попроще, да, ему? А, его долбить сильнее. Сильнее, ну, да? Мы с вами вот так, ну как, вот на качелях, да, но. На качаемся. Что, взлетает? Ага.
кто здесь? Вот? Я говорю, кто здесь? Понял. Я давил на камеру, кто здесь? Да, не Дубайка же есть, тоже девочку в Крыму тоже уговорили полетать, блондинку. Все, прицепили, встегнули, полетели. Она там, давай прочитать, мама, мама, зачем я вообще сюда залезла? Ей сзади, у вас все нормально? Кто здесь? Сверху-то дорога так нормально смотрится. Это не дорога. Раньше, видите, мы начали только летать вот в этом году, потому что раньше, ну, в июле тут можно было рис сажать точно. Вот. Тут же болотина. Ну, так я сейчас ехал это самое местами. Добрую землю под аэродром кто отдаст? Ну да. Вот. И это. В прошлом году была нормальная дорога укатанная. Ну, грунтовка, понятно, ага. Что грунтовка, но она была нормально укатанная. А в этом году тут, блин, пипец заросли. Он вы. Так вот, я ехал. Сегодня косилку привезли. Вот выше, так, выше это самое. Потому что по пояс было почти что. А я в понедельник ехал, у вас вроде аж. Ты это самое, три дельтаплана летало, да? В понедельник мы парашютистов запускали, они у нас тренировались точно так же с лебедки. Самолет дороже прыгает, чем с нас. У нас там они 20 себе заходов точно сделают. Но. А сейчас сколько с парашютом? Спортивный 1500. 1500, да? То есть, если ты умеешь, ну понятно, своим парашютом и так далее. А первый 1400, по-моему. Ну, 4500, мы как-то так зимой тоже собирались. Приехали, вот, и день просидели, и нелетная погода. Блин. Ну, тут вот мы в этом плане, да, у нас по небесной канцелярии очень сильно зависит. Смотрите, на посадке ножки надо будет сделать. Ну, да, я понял. Да. А, у вас там аэрбэк полноценный под пятый, то есть на мои ноги и на ваш аэрбэк. Хорошо. Играем полицейский вертолет. Ну. Блин, на дороге летает. Классно. Столько раз мечтал, и все это самое не получалось. Тут сегодня же собрался у семьи, говорю, все, поехали. Лето в этом году такое хреновое, пипец. Я говорю, мы работаем второй или третий день всего. А, если, вот так вот даже, да? Если прошлое лето мы там работали каждый день, начиная с мая и по октябрь, там, не знаю, уже народ выходные просил, мы не можем побольше, больше крякать, не желаем больше крякать, будем квакать. Так. Ножки поднимаем в уголочек. Угу. Так, быстро не пугайтесь. Чики-пуки. Вот мы приземлились. Сейчас он упадет. Все? Сейчас упадет. Опа. Во. Короткое интервью после приземления. Все отлично. Просто офигительно.